Начиная со следующего фрагмента, апостол Павел уже вплотную переходит к практическим рекомендациям для христианской жизни, для жизни церкви, которую Бог вот так обильно благословил. Сегодня наш следующий отрывок, 4 глава с 25 по 32 стихи, и апостол Павел здесь начинает рассуждать о том, что же оскорбляет Бога. Однажды некий священник сделал замечание нищему, который вошел в церковь. Он сказал: Твои босы и ноги оскорбляют Господа Иисуса Христа. На что нищий ответил: В каких же ботинках был распят наш Господь? Ведь я слышал, что Он стал нищим ради нас. Я босой грешник, который пришел молиться босому Богу. Я думаю, что таким образом фарисейство было посрамлено. На мой взгляд, фарисейство – один из самых худших грехов, который только можно себе представить. Потому что фарисей пытается почтить Бога противным Богу способом. Фарисей чтит Бога без милосердия. Христос это неоднократно подчеркивал. Если перефразировать известный афоризм братьев Стругацких, можно сказать так. Фарисеи лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст, отдаст их босому нищему. Он будет себя считать благочестивым в высшем смысле этого слова. Он скажет Пойди и заработай. Фарисеи, интересная, вот есть такая деталь об их поведении в Евангелии от Иоанна. От Каиафы повели Иисуса в Приторию. Было утро, и они не вошли в Приторию, чтобы не оскверниться но чтобы можно было есть Пасху, то есть люди по ложному обвинению отправляют человека на смерть, пусть, пусть даже они не верят, что это Бог, но продолжают хранить ритуальную чистоту, не входят в двор к Пилату, чтобы не оскверниться. И это ложное благочестие, так не чтут Бога, так не чтут Духа Святого, таким образом Бога только оскорбляют. То же самое происходит, когда мы поем о Боге, говорим о нем, но сердце наше наслаждается грехом. Когда мы находим наслаждение в грехе, не хотим с ним бороться, не сокрушаемся о нем, то это показное благочестие только оскорбляет Бога. Когда мы читаем Библию и молимся, но при этом не заботимся о своих близких, то тем самым мы оскорбляем Бога. Апостол Павел в следующем фрагменте пишет о том, что христианин должен почтительно относиться к Святому Духу, который, собственно, наполнил нас, который возродил нас. Давайте этот фрагмент прочитаем. С 25 по 32 стихи. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте». Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Не будьте друг, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Обратите внимание, что логическим центром этого фрагмента является третий стих, в котором есть повеление не, оскорб... не третий, извините, тридцатый. 30 стих. Здесь сказано, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть не печальте, не терзайте, не доставляйте боль Святому Духу. Интересно, что вот это же слово, которое здесь у нас переведено как «не оскорбляйте», это же слово использует Матфей, когда говорит о гефсиманских терзаниях Христа. Мы, сможем, мы можем порой своим поведением Доставлять те же страдания Святому Духу, какие испытывал Христос в Гефсимании. Это главное повеление текста, а вот заметьте, как бы с двух сторон, сверху и снизу, к нему крепятся некоторые разъяснения. Ну, то есть, так сказать, как и вот этот текст похож на фюзеляж самолета, а это вроде как крылья такие к нему. Есть тело, есть крылья. Есть повинение не оскорблять, не печалить Духа Святого, почтительно относиться к Нему. И есть четыре правила, поступая по которым, мы не огорчим Духа Святого. Все вот это многообразие повинений апостола Павла можно свести к четырем простым правилам. Во-первых, если хотите не оскорблять Духа Святого, почтительно к Нему относиться, то нужно не лгать но говорить истину. 25 стих об этом нам говорит. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Ложь должна быть низвержена. Ложь сегодня сидит на троне, ее надо бы свергнуть. Вообще вот это вот слово низвержено, да, низвергнутое, отвергнув ложь, можно при это же слово применить к некому государственному перевороту. Представьте, что ложь царствует, и вдруг вы делаете революцию. Христианин должен стать революционером, который выбрасывает, свергает ложь с ее престола. Ложь подразумевает не только какую-то явную неправду, которую мы делаем ну, с целью э, как-то выгородить себя или получить какую-то прибыль, Любая неправда, несоответствие наших слов истине является ложью. Является грехом. Всякая неправда есть грех, говорил нам апостол Иоанн. Мы можем приукрашивать действительность, и это тоже будет ложью. Как я уже говорил, списывание или подсказки это тоже своего рода ложь. Я помню, когда я покаялся, я перестал списывать. Я учился в музыкальном училище, были теоретические предметы. Потом с ужасом узнал, что даже студенты духовных учебных заведений иногда списывают. А... И это было для меня вообще ужасным открытием. Неразумное обещание. Это тоже ложь, когда вы обещаете и не исполняете. Взять кредит в банке, зная, что вы не можете его отдать. Это тоже проявление лжи. Раскрытие секретов доверившихся тебе людей. Это тоже ложь. Вы пообещали хранить секрет, но вы не сдержали своего обещания. Лесть, отговорки, придумывание предлогов. Это различные виды лжи. Они выглядят смешно, но на самом деле они всегда приносят какой-то вот какую-то деструктивную волну в нашу жизнь. Человек лгущий утрачивает э, уважение других людей. Э, есть такая шутка, она особенно в Москве вот сейчас популярна. Э, когда человек опаздывает куда-то, ну ты звонишь ему и спрашиваешь, ты где? Э, есть фраза такая, уже паркуюсь, она называется. Да? То есть вот уже сейчас... Паркуюсь. В Москве паркуются долго, но в основном эту фразу говорят, когда еще находятся дома, когда еще даже не выехали. А, значит, и, когда человек такую фразу произносит, и, ну, лично я моментально перестаю уважать таких людей. Если люди назначают встречу, там, скажем, на 10, на 9, там, на 7 утра или на 6 вечера, приезжают на полчаса позже, в Москве это принято оправдывать пробками. На самом деле это все ерунда, конечно. В Москве можно приезжать вовремя. Надо просто раньше выезжать. А вот и все. Ложь должна быть неизвержена. Говорить правду ⁇ это обязанность каждого, дальше говорит Павел. Отвергнув ложь, говорите истину каждый. Нет исключения. Причем именно ближнему своему, каждый ближнему своему, то есть тому, кто рядом. Нельзя лгать даже детям. Естественно, детям мы, с детьми мы говорим на понятном им языке. Ну, я приведу простой пример. Ребенку нельзя объяснить, что такое микробы, он еще не поймет. Поэтому, если ребенок берет монетку в рот, ну, можно сказать ему, что на монетке живут такие маленькие невидимые жучки, которые, если попадут в живот, они, ну, ты будешь болеть от этого. Это будет э, не ложь, но попытка объяснить ребенку истину понятным ему языком. А, если вы скажете, вот, будешь сосать монетку, от этого придет бука ночью и заберет тебя, значит, вот. Вот это будет ложь. А, на самом деле, здесь очень важно понимать. А, где ложь, где, собственно, просто попытка облечь в правильные слова, в понятные слова истину. Ложь парализует наше общество. Посмотрите, апостол Павел говорит, почему нельзя лгать? Потому что мы члены друг другу. Мы органы одного тела, как церковь. Если органы одного тела начнут себя вести лживо по отношению друг к другу, то организм умрет. Если легкие будут подавать в кровь не кислород, а углекислый газ под видом кислорода, тело умрет. Если мозг начнет посылать вашему телу ложные сигналы, тогда ваше тело умрет. Например, ноги ваши начнут спотыкаться, или ваш мозг будет передавать неправильную информацию о температуре, окружающей среды. Вам будет холодно, вы сунете руку в костер, и она сгорит. Мозг не передал верную информацию. Если бы глаза стали посылать мозгу лживые свидетельства, вы бы попали под грузовик, потому что глаза бы сказали, все чисто, идите. Таким образом, есть серьезная опасность, если тело начнет лгать. Есть серьезная опасность погибнуть. И апостол Павел говорит, мы члены друг другу. Интересно, это греческое слово, члены, греческое мелос. От этого слова происходит понятие мелодия. А, когда мелодия правильная, исполнена, не лживо, не фальшиво, ее всегда приятно слушать. А, человек с хорошим слухом от фальшивой мелодии может упасть в обморок. Известно, что малолетний моцарт очень часто... Падал в обморок в церкви. Не потому, что он был впечатлительный там какой-то, а потому, что музыканты играли фальшиво. Вот. Звук и трубы Моцарт не научился выносить даже до конца своей жизни резкого, фальшивого звука. Ложь парализует тело, приводит его в такое расстройство. Поэтому не лгите, но говорите истину. Второе правило, благодаря которому, соблюдая которое, можно не оскорбить Духа Святого, но напротив почтить его, это не гневаться, но быть добрым. Об этом апостол Павел пишет в 26, 27, в 31 и 32 стихах. Несколько раз к этой теме возвращается. И основное здесь повеление такое: гневаясь, не согрешайте. Причем по-гречески эта фраза звучит э, довольно-таки странно. Там стоит повелительное наклонение. Гневайтесь и не грешите. И некоторые сразу же пытаются заявить, что таким образом э, здесь Павел оправдывает некий праведный гнев. Ну, раз он дает повеление, гневайся э, и не греши. И мало кто. Э, улавливает сарказм в словах Павла. Дело в том, что в Библии вообще есть такой литературный прием, когда человека призывают делать грех. Например, в Ветхом Завете часто пророки говорят, там, наполняйте меру беззаконий своих, там, или веселись, юноша, в юности твоей. И довкушает да там сердце твое, ходи путями своими, только знай, что Бог приведет тебя на суд. И поэтому, когда Павел говорит, гневайтесь, но не грешите, мы должны увидеть этот сарказм. Это все равно, что это должно звучать для нас так, купайтесь, но не будьте мокрыми, дышите, но не наполняйте легкие воздухом. Павел намеренно прибегает к некому оксюмарону. Потому, почему мы делаем такой вывод? Потому что апостол Иаков в своем послании написал недвусмысленно. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». То есть праведного гнева просто не бывает. Но многие говорят, Господь гневался. Господь действительно гневался, потому что он единственный во вселенной имеет право на это. Гнев Господа может быть праведным. Только Бог может адекватно реагировать на грех. Мы же всегда реагируем неадекватно. Гнев человека не творит правды Божией. Обратите внимание, в 31 и 32 стихах даже сам Павел пишет «всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Всякое, всякий гнев, то есть не бывает праведного гнева. Из 31 стиха мы можем сделать вывод, что Павел иронизирует, говоря в 26 «гневайтесь и не грешите». Таким образом Павел призывает нас к идеалу. Не гневайся вообще. Но если уж ты разгневался, то постарайся последствия этого греха свести к минимуму. Во-первых, Павел говорит, гнев не должен длиться до захода солнца. Ну, солнце да не зайдет во гневе вашем. А здесь нет какой-то красивой метафоры, что вы... Гневайтесь там, как солнышко, пусть солнышко. Нет, здесь буквально. А, с... До захода солнца решите свои проблемы. Мне этот стих всегда был дорог. Когда мы с женой поженились, нам почему-то подарили вот наклейку с этим стихом. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Но ну, мы ее приклеили, эту наклейку, на выключатель в нашей спальне. Ну, как знак того, что выключить свет... Не помирившись нельзя. То есть нельзя лечь спать, если вдруг у вас возник конфликт. На протяжении почти 13 лет это правило у нашей семьи соблюдается неукоснительно. Ни один наш конфликт не длился там более часа, потому что мы всегда мы еще до свадьбы договорились, что неважно, прав ты или не прав, виноват ты или не виноват, как бы ты там ни накричал, там какие бы обидные слова в запальчивости ты не произнес. Нам важно встать на колени и помолиться Богу. Как бы это ни было там тяжело, мы будем молиться, и Бог разрулит нашу ситуацию. И это правило, слава Богу, у нас пока соблюдалось. Далее Павел пишет, не, должен, не должно давать место дьяволу. Потому что гнев это всегда место дьяволу в нашей жизни. В 27 стихе. Таким образом, не давайте место дьяволу. Давать место, буквально уступать место, когда заходишь ты в метро или в автобус, усталый, и вдруг есть свободное место. Ну что вы делаете? Конечно, вы туда устремляетесь, чтобы сесть. И дьявол устремляется в наше сердце, как только там образуется свободное место в результате гнева. И поразительно, вот я не знаю, есть ли... У вас такое, вот в Москве иногда в метро заходит бомж, от которого воняет, и вагон метро сразу становится пустым. Так, ну, народ сразу уходит. Вот он занял какое-то место, и все. И он один едет практически. Ну, пол вагона точно уходит от него. Так же поступает и дьявол. Если вы даете место дьяволу. Он занимает свое место, и постепенно в вашем сердце кроме него не остается ничего. Дьявол подобен бомжу вонючему, который все разгоняет, все изгоняет доброе из вашего сердца. Поэтому даже не давайте ему место, место дьяволу. Гнев во всех его проявлениях должен быть беспощадно изгоняем из нашей жизни. Апостол Павел об этом говорит в 31 стихе Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобы да будут удалены от вас. Павел здесь несколько э, синонимов приводит. Раздражение, э, но ну, это такая застарелая обида, это скорее свойство характера, раздражительность. То есть когда человек, э, ну приучается все видеть в черном свете, и что ему не скажи, его все задевает. Такой дерганый как бы человек, которого, э, ну, до, ну, до которого дотронуться нельзя. От этого, говорит Павел, избавляйтесь. Ярость и гнев это практически э, синонимы, э, которые вспыхивают мгновенно, подобно пламени, ну и также быстро угасают. Ну а в конце предложения вообще стоит, э, значит, со всякую злобы. Стоит говорящее греческое слово, которое любят все студенты учебных заведений. Оно легко запоминается. Это слово какие, по-русски -по так тоже неблагозвучно звучит. В общем, всякое какие должна вот от вас быть удалена. Вся, всякое вот это вот злоба, всякое злоречие, беспощадно это изгоняйте. Если обида мучает вас, напишите обидчику письмо, помиритесь, если гнев вспыхнул. Моли, гасите этот гнев как можно скорее. Молитесь, и Бог поможет. И, конечно же, сердце нужно заполнять добротой во всех ее проявлениях. В 32 стихе Павел говорит, как все это можно победить. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Станьте добры. Интересно, это. Это интересный призыв. Буквально он означает ⁇ станьте полезны ⁇ То есть принесите какую-то пользу. Если человек вас раздражает, начните делать ему добро, сделайте что-то полезное. Вот к этому призывает апостол Павел. Так от раздражительности, собственно, вы и избавитесь. Будьте сострадательны, милосердны. Помните, что какой бы ни казался плохой вот этот человек вам, каким бы он вам ни, ни казался плохим, вы, собственно, не лучше. Вы, собственно, точно такие же. Лично мне это помогает. Потому что, да, человек раздражает меня, человек плохой. Ну а я-то кто? Я-то точно такой же. Милосердие, сострадательность. Прощайте друг друга, как Христос простил вас. Не дуйтесь долго, умейте прощать. Ведь Христос, представьте, если бы он надулся и сказал, все, я тебя не прощу. Вот ты согрешил? Все, я с тобой не разговариваю. Там, значит, ну как же, господи, ну прости, пожалуйста. Нет, не буду разговаривать с тобой. Мне надо, важно, чтобы ты осознал, значит, там. И неделю ко мне, пожалуйста, не подходи. Ну, Господь никогда так не делает. Господь иногда даже наказывает нас, но Он прощает тут же. Есть притча хорошая, она мне нравится. Мудрого человека спрашивает, почему, когда люди ссорятся, кричат? И мудрец отвечает, потому что в этот момент сердца их отдаляются друг от друга. И они кричат, чтобы быть услышанными. И говорит, напротив, когда люди любят друг друга, сердца их настолько близко, что они говорят шепотом. А если ж эти сердца соединились в одно, то влюбленные вообще могут часами сидеть и молчать, потому что понимают друг друга без слов. И если сердце, сердца далеко, то лучше не кричать, потому что все равно не услышат. Лучше сблизиться. Не позволяйте своим сердцам удаляться от сердца ближнего своего. Третье э, правило, соблюдая которое, вы окажете почтение Святому Духу и не будете оскорблять Духа Божьего. Третье правило состоит в том, чтобы не красть, но работать. 28 стих апостол Павел написал нам. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Казалось бы, все просто. Воровство это грех. Крупные хищения на государственном уровне. Или мелкое воровство. Как говорят, мелочь по карманам тырить. Да, там. Или просто присвоение себе чужих денег. А, я помню, я в детстве украл 5 рублей у родителей. Вообще меня это всю жизнь мучило. Ну, потому что, во-первых, я не знал, на что их потратить. Такое богатство. 5 рублей в советское время. Причем, ну, мне сошло это с рук. Мама подумала, что отец тайком взял из семейных денег. Отец, видимо, вообще подумал, что, ну, мать куда-то потратила. Поэтому... Э, а у меня было 5 рублей, они жгли меня. Вот я помню, это жуткое ощущение. Ты же не можешь что-то себе купить и принести домой. Тебя же спросят, откуда. Поэтому пришлось эти 5 рублей. Раздавать друзьям, там, по рублю, там, покупать какие-то все пирожные, там, ну, как бы, их же не съешь тонну, 20 копеек оно же стоит, 22, ну, и так далее, это жуткая вещь, а, ну, воровство это всегда жутко, апостол Павел говорит, нет, не оскорбляйте духа, даже вот на ребенка, я помню, как оно действовало, очень, ну, неприятно было, а, даже если вам продавец случайно дал сдачу, ну, больше, чем положено. Вот эту разницу, если ты возвращаешь, тебе становится хорошо. Если ты ее забрал себе совесть мучает. Ну, вообще, для России, конечно, воровство, ну, грех, довольно-таки привычный. Более 200 лет назад Карамзин побывал во Франции, и русские иммигранты его спросили, что там в двух словах происходит на родине? Карамзину даже двух слов не понадобилось воруют, сказал. Воруют люди не только деньги или материальные ценности. Воруют вещи, воруют время, когда надоедают с собой. Воруют доброе имя, воруют хорошее настроение. Сатана ворует душу нашу. И, кстати, интересно, что ворам, настоящим профессиональным ворам, вот это повеление исполнить довольно-таки трудно. Я помню, когда работал еще в палаточной миссии благовестником. В одном из э, поволжских городов нас пригласил к себе в вор в законе. Ну, прям от него пришли посланцы в палаточную, ну, в палатку, и сказали, с вами хочет побеседовать, значит, наш, я не помню, как уж это называется, пахан там или еще что-то нас привезли к нему в квартиру. Он совсем доходил от наркотиков, он был наркоман. Он уже долгое время ничего не ел. Ему приносили подносами эклеры, он из них выдавливал крем. И только вот крем этот мог есть, потому что печень совсем не работала, хотелось только сладкого. И он решил перед смертью вот обратиться к Богу. Ну как? Он все надеялся вылечиться, конечно. Но, говорит, я понимаю, что надо к Богу обратиться. Ну и вроде бы все он принимал. Все мы рассказали ему о Христе, рассказали Евангелие. И, в общем, он был не против. Но тут я где-то там шест... из каких-то глубин подсознания вспомнил, что вор в законе, для него, как это они говорят, западло работать. Я ему говорю, вот смотри, ну вот ты покаешься даже, вот Бог тебя исцелит. Ну тебе же придется работать. Как его это возмутило. А как же так? Почему я должен работать? Ну так написано, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись. Невозможно. Ну, может, можно, говорит, я создам какое-нибудь охранное предприятие. У меня бандитов-то много. Там, типа. Вот, значит, э я его буду возглавлять. Буду. Э -э Но ну, даже бригадиром ему не нельзя быть. Это тоже не по понятиям. Так, собственно, ничем наш разговор и не закончился. Я подумал, как тяжело человеку, привыкшему воровать, перестроить свое мышление, подчиниться Христу. Вот все в нем было хорошо, как богатый юноша. Христос говорит ему: А еще вот проздай свое имение. Все не захотел прийти. Интересно, что вот, кстати, апостол Павел не требует возврата краденного имущества. Чаще всего вор, обратившийся ко Христу, он возвращает краденое имущество, ну как-то это кажется само собой разумеющимся. Я когда покаялся, мне было 18 лет, ну что я тогда наворовал? Я работал в дворце культуры, ну, какие-то кабели там наворовал, я был звукооператором, там пластинки украл какие-то из библиотеки. Ну, я сделал ревизию своих вещей, и я их разнес, конечно. Это хороший пример, когда там мы читаем в Евангелии а, Закхей, который отдал в четыре раза больше. Но, в принципе, апостол Павел говорит, даже этого не нужно. Кто крал, просто вперед не кради, потому что часто невозможно даже вернуть то, что ты украл. Просто вперед не кради. Но работай. Причем цель работы – это помочь нуждающемуся. Хочешь не оскорблять Духа Божьего, работай так, чтобы ты мог заботиться – о нуждающихся в первую очередь о ваших домочадцах и ждивенцах, о ваших единоверцах, о служителях церкви заботьтесь своими э, деньгами. вообще делайте добро всем. если ты еще одинок у тебя нет мужа, жены там, детей, помогай родителям. вообще э, много говорят о том, что Россия христианская страна, но знаете почему в это не верится? слишком много бабушек просит милостыню в христианской стране так не бывает, потому что дети должны содержать родителей. Не пенсия, это пенсия, это конечно хорошо, но вообще во все века и времена дети содержали престарелых родителей. Пенсия, ну это как такое облегчение что ли от государства нашего долга. Поэтому Павел говорит: хочешь быть почтительным к духу Божьему, не воруй, но работай. Поддержите ТВ-семинаре молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте тв ком. Ну и, наконец, четвертое правило, благодаря которому мы можем оказать почтение Духу Святому или не оскорблять его больше. Это следить за содержанием своих речей. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А интересно, что гнилое слово вносит порчу, вред туда, куда попадает. Это вообще гниль. Гнилое или безнравственное выражение, а тем более целая речь, вносит развращение в среду христианского общества. Поэтому мы не должны говорить такие слова, которые разрушат нашего собеседника. Есть хорошие, хорошие иллюстрации, я почему-то не решился вам ее тут показывать, но иногда я это делаю, я покупаю два фужера, и если их чуть-чуть тюкнуть друг от друга, Получается, такой звон мелодичный. Но если их чуть посильнее друг об друга тюкнуть, то оба разбиваются. А, и примерно вот об этом говорит апостол Павел: иногда речь может стать гнилой то есть, вот буквально разрушить твоего собеседника. Некоторые думают, что речь идет здесь исключительно о матерной ругане. На самом деле, не только. Здесь речь не идет о шутках или о сленге. Гнилые слова могут быть вполне литературными но тем не менее разрушительными. Апостол Павел говорит, что мы должны говорить то, что может содействовать назиданию, то есть созиданию человека. После беседы с нами человек должен стать более крепок и силен в вере, чем до беседы с нами. Только доброе для назидания в вере. Это не означает, что все ваши слова должны ну, быть такими нарочито духовными. Ну, как некоторые там пытаются это представить, что вот, ну, нельзя там бедным сестрам теперь уже поговорить там про диету какую-нибудь, про косметику. Надо что-то духовное сказать там. Там сестра, назидает ли тебя твоя губная помада фирмы Арифлейм там. Брат, какое назидание ты получил из последнего номера журнала за рулем? Значит, это это как твой мерседес ну, назидает тебя верить, конечно не в этом смысле, имеется в виду, что э, это даже не означает, что все беседы должны быть высокоумными и вот так вот подчеркнуты духовными. Иногда ты помолишься с человеком, посмеешься даже с ним, пошутишь, но ты чувствуешь, что общение с ним созидает тебя. А бывает ты и вроде о духовном поговорил, но ты видишь, что этот разговор тебя разрушил. Все гнилое в этом разговоре было. Поэтому важно, чтобы после разговора сердце исполнялось благодарностью Бога. Чтобы человек поблагодарил Бога. Какой приятный собеседник, какой хороший собеседник. И таким образом человек получил назидание в вере. Итак, апостол Павел призывает нас. Почтите Духа Божьего. Потому что без него в церкви наступает засуха. Церковь, которая оскорбляет Духа Святого, с которой Дух Святой прекращает общение, похожа на причал с ржавыми баржами во время отлива. И эти баржи, если вы видели, вот выкинутые, ну, обычно на обмелевших реках или морях, стоят вот эти ржавые корабли, и их ничем оттуда не сдвинешь, и никто этим не занимается. И только если вода придет, только вот этот прилив сможет их поднять и вернуть им жизнь. Так же и Дух Святой должен прийти в нашу жизнь. Не оскорбляйте, не огорчайте, чтите Духа Святого. Это значит не лгать, но говорить истину. Это значит не орать, не кричать, не гневаться, но быть добрым. Это значит не красть, но заниматься благотворительностью. Даже если ты студент и получаешь маленькую стипендию, все равно занимайся благотворительностью. Это значит не заражать гнилью, но укреплять собеседника в благодати. Таким образом, поступая, можно выразить свое почтение Духу Святому. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.